Всем привет! Сегодня с вами опять Настя, и в этом же видео я бы хотела с вами поделиться своими покупками за март месяц. Так как уже лето, и мне кажется, я хорошо подготовилась к нему, потому что сегодня очень-очень жарко. В Калифорнии у нас сегодня... Сейчас посмотрим. Сегодня у нас в Калифорнии 22 градуса, но мне кажется, на улице выглядит на все 30. Очень жарко. Хотела это видео сделать на улице у себя. Но так получилось, что вы бы меня не увидели, потому что у меня все лицо было бы белое. Ну что, начнем. Наверное, я начну с маски для лица. Эту маску я приобрела буквально пару дней назад. Это маска для лица от Lancôme. Вот это вот очень хорошо подходит для сухой кожи, как я вам говорила. В предыдущем видео она у меня не сухая, но порой у меня шелушится. Поехали дальше. Никогда еще не пробовала, но вот такой автозагар для тела. Очень много читала в журналах про этот загар, и вот решила попробовать. Еще не наносила на свое тело, но как только нанесу, сразу расскажу, как. И что происходит, и стоит ли его покупать или нет. Начнем, наверное, теперь перейдем к теням. Только что пришла посылка, заказывала это я в интернете, потому что в магазине, в котором я работаю, их нету. И не знаю вообще, когда они там были. Такие вот хорошие насыщенные цвета. Тоже еще не пробовала, не знаю, как они смотрятся, как чувствуются. Надеюсь, что будет все без проблем. Так, дальше. Так, мы начали с тенями. Мне кажется, что мы и продолжим. Вот это вот я взяла от компании Too Faced. И называется это Glamour To Go. Это как бы моя... новая вещь в моей косметичке. Очень-очень-очень удобная. Тут 8 теней. И вот тут вот идет хайлайнер, помадка и пудра. Тенями уже пользовалась, пудрой и помадкой, и хайлайнером еще не пользовалась. Но я точно знаю, что будет работать, потому что я пробовала это в магазине, в котором я работаю, по отдельности. И мне очень-очень-очень понравилось. Вот такая вот еще маленькая Urban Decay. Называется Last Call. Цвет фиолетовый, но он намного ярче, чем вы его видите. Выглядит он вот так. Это мне подарила менеджер. С этой компанией я не работаю, но менеджер подарила другой компании. Это как бы ее благодарение за то, что я очень помогаю, хотя я не знаю, просто делаю свою работу. И вот это вот летняя коллекция от Lancôme. С Lancôme я работаю. Цвета замечательные. Я увидела и сразу влюбилась в эти цвета. Они очень-очень красивые, очень хорошие, мне очень-очень нравятся. Сейчас покажу мой любимый цвет. Это вот синенький такой, с блестками переливается. Это вот темно-синий.
такого цвет шампанского. Розовенький, но он больше на белый похож. Но все равно оттенок розовый есть. И вот темно-коричневый. Все они все с блестками. Абсолютно все. Так. И эта палетка стоит 50 с чем-то долларов. Я знаю, что это очень дорого, но я не смогла сдержаться. Хотя я каждый раз, как прихожу на работу, я себе говорю, что ничего сегодня покупать не буду. И вот в итоге ухожу в целом пакетом. Так, дальше. Дальше я приобрела вот такой вот хайлайтер. Открыла, но еще не пробовала, как смотрится. Но цвета такие очень красивые и насыщенные. Также мне подарила пудру мой менеджер. Это от Bare Minerals. И она называется Flirt. Тоже так же еще не пробовала, но я с ней работала. Я знаю, что она очень-очень-очень-очень-очень хорошо смотрится на лице. Перейдем к помадам. Вот эти вот новые помады от компании Too Faced. И они называются Melted. Это как бы... Я им еще не пользовалась, я только еще приобрела. Но они смотрятся как блеск, но на самом деле это помада. И смотрится она очень-очень хорошо. И, кстати, она очень долго держится на губах. Те, кто ищет долгую держащую помаду на губах, вот я очень обратила бы внимание на вот на эту коллекцию. Также я... Это мне подарила подруга, с которой мы работаем. Это помада от Tarte. Тоже очень долго держащаяся. На губах мне очень нравится. Она мне как бы сэкономила деньги, потому что я только хотела ее покупать. Она говорит, о, у меня есть такая, я тебе подарю. Это такая же самая помада от Tarte, красного оттенка. Почему-то она смотрится фиолетовой, но на самом деле она красная. И название Факси. Также я приобрела. Ну, не то, что там, это как бы блеск, чтобы, ну, с увеличением для губ. Честно говоря, попробовала и разочаровалась. Он ничего не увеличивает, так что не тратьте свои деньги. Хотя это стоило 3 доллара, но все равно. Это теперь я попробую еще раз, но работая с тем, что как бы есть намного лучше, даже от компании Too Faced, у них тоже есть такая помада, которая увеличивает губы. Если это вам интересно, можете попробовать. У меня ее еще пока нету, но я вот думаю приобрести теперь, потому что вот это вот меня очень разочаровало. Так, теперь две помады, тоже новинки от Dolce Gabbana. Очень-очень люблю эти помадки. У меня еще одна есть, но она уже старенькая. Одна красная с блестками. Я не знаю, почему она не кажется красной. О, намного лучше. Вот, красная с блестками. На губах она выглядит очень-очень красиво. Если вам интересно, у меня есть фотографии в Инстаграме и также ВКонтакте, вы можете посмотреть. На губах она держится тоже долго. А вот это вот название этой помады из Chrome. И вот это вот Goddess. Она такая, ну, под коричневый, ближе к коричневому цвету. Немножко розовый оттенок тоже есть.
Вот эту я еще не пробовала, но одна и та же марка, так что я уверена, что я не разочаруюсь. Также вот у меня было пару, я не знаю, куда они затерялись, куда они закатились, но вот мне пришлось купить две новые такие, как бы, бальзамчики для губ. Их я очень-очень люблю. Они у меня везде лежат, в моей сумке для спортзала, в моей сумке, на работе пару лежит, но вот дома я куда-то, не знаю, куда-то они исчезли. Не могу найти, пришлось купить пару новеньких. Так, это я вам все показала. Сейчас уберу, чтобы не мешало. Поехали дальше. Тушь. Три туши приобретенные. Ну, одна приобретенная. Две приобретенные, другую подарили. Вот эта вот тушь Bare Minerals, очень хорошая. Я с ней работаю каждый день. И вот мне менеджер ее подарил. Она темная, очень хорошо ложится на ресницы. И щеточка такая закругленная, как наносите, обязательно крутите, она увеличит ваши ресницы. И будет смотреться намного лучше. Также я еще купила Makeup Forever Smoky Lash. Купила я эту в фиолетовом оттенке, потому что я люблю разные оттенки на ресницах. Он немножко виден, но он виден на кисточке. Вчера я попробовала нанести это на ресницы. Это обыкновенный черный оттенок. Ничего там фиолетового я не заметила. Так что, если покупаете, не советую фиолетовую покупать. Ну, мне кажется, синяя или коричневая будет такая же самая. И вот это вот у меня Lash Serum Maximizer. Я им уже пользуюсь пару лет, и вот мой недавно закончился. Я купила еще один. Это от компании Dior. Всем советую. Вы также можете его наносить ночью, чтобы ресницы увлажнялись, и они также могут расти. Будут расти. Ночью я его не наношу, но он очень-очень-очень мне помогает перед тем, как я наношу обыкновенную тушь. Ну так, с тушью разобрались. Открыла для себя большое-большое открытие. Накладные ресницы. Вот эта вот марка очень замечательная. Она, конечно, дорогущая немножко, но это того стоит. Одна пачка стоит от 30 и выше, но вы их можете использовать не только там пару раз, вы их можете использовать от 30 и выше раз. Как бы я уже некоторые использовала по 3-4 раза, и они смотрятся замечательно и чувствуются на ресницах замечательно. Самое главное, подрежьте их аккуратно, чтобы и смотрите, чтобы вам уголки как бы в глаза не попадали. Если это попадают, то вы их, наверное, наклеили неправильно или вы их подрезали не так уж коротко. Так, что у нас дальше? У нас дальше парфюм. Это от Gucci Guilty. Я люблю такой размерчик, потому что он маленький, мне позволяет его носить в своей сумке, потому что в моей сумке очень-очень много чего, и она всегда тяжелая, но вот этот вот маленький размерчик, он мой самый любимый, самый любимый, любимый, любимый. Он стоит около 27 долларов, я знаю, что это намного дешевле порой купить большую бутылку, но мне удобнее с маленьким. Это, как говорится, на любителя. Кисточки. Приобрела две вот такие вот кисточки. Вот эту вот я приобрела для того, чтобы наносить маленькое количество пудры или
хайлайтер, который у меня сейчас есть, но он у меня от Benefit, и она мне не нужна была, потому что это все идет в тюбике, и он такой кремовый цвет. Немножко, если вы видите. Вторая кисточка от Tarte. Она очень-очень плотная. Это в основном для пудры, которая powder, которая может везде разлетаться. Это вот что-то для пудры или для бронзера или хайлайтера, вот, который вот рассыпчатый. Она очень хорошо как бы впитывает всю вашу кожу. И можно растереть аккуратно, ничего сыпаться не будет. Также приобрела... начнем вот с этого, наверное. Это Fix Plus от MAC. Им вы можете как бы... Его вы можете использовать, чтобы для мочения кисточки, чтобы тени легли на ваши веки красиво и аккуратно, и как бы насыщенный цвет был. Я его в основном использую для тех палеток, которые у меня дешевые, которые я купила буквально за 4 и от 4 до 10 долларов. Они ложатся в основном не так уж аккуратно, и держатся они не так уж долго. Но вот с этим вот держится все замечательно и лежит красиво, и еще цвет намного насыщеннее и ярче. Также я купила Makeup Forever Fix Spray. Он должен помочь, когда вы нанесете косметику, тем более сейчас очень жарко, тем более в Калифорнии летом очень-очень жарко. И косметику почти что невыносимо носить. Когда вы нанесете косметику, вы просто 2-3 вокруг лица, и он как бы будет вашу косметику держать при любой погоде. Вот этот как работает, я еще не знаю, потому что еще вот только недавно нанесла. Это вот уже второй раз перед вами попшикала. Но на улице еще не испробовала. Я знаю, что Urban Decay, у них тоже есть такой как бы наборчик, что-то типа в этом типа роде. Но он не работает, скажу вам сразу, чтобы вы не тратили свои деньги и не разочаровывались. Он не работает. Ваша косметика сразу стекет с вас, как только будет очень жарко. И еще вот для меня очень такая новинка, такой же самый спрей, setting spray. Это Model in a Bottle. Вот этот вот работает очень хорошо. В Инстаграме есть фотографии, где я нанесла этот спрей, и я поехала к своей семье, которые у нас навещали из Аризоны, из Сан-Диего, и им приспичило играть в баскетбол. Баскетбол я уже давно не играла, но никогда не откажусь покидать мяч в кольцо. Вот этот вот спрей спас мою жизнь. Я была немножко красная, но косметика на мне сидела по-прежнему, так же, как будто бы я ее только нанесла 5 минут назад. Так что обязательно попробуйте. Так, вот последнее осталось, что у нас это... Попробовала, но, конечно, подобрала цвет немножко темный, приходится смешивать. Fit Me, Maybelline. Это тональный крем. Тут пампа нету, но меня это не останавливает. Некоторым это не подходит. Это как бы все зависит от человека. И так. Санскрин вот тут 18. Ну, конечно, когда 18, мне приходится добавлять отдельно, потому что мне нужно от 30 и выше, потому что на улице, на солнце я нахожусь практически в основном больше 75% моего дня, и мне нужен санскрин повыше. Ну вот, надеюсь, это вам все помогло. Если вам интересно или что-то вы хотите увидеть еще, вы пишите в комментариях, я обязательно вам все покажу. Всем удачного, жаркого дня и до скорых встреч. Всем пока!